Со 40-летия со дня рождения Корнея Чуковского отметили дошкольники нашего города. В течение недели воспитанники Видновского художественно-технического лицея соревновались в знании сказок и рассказывали свои любимые произведения. Ехали медведи, нравилось и совершенно верно, следующее. Самые креативные ребята и их родители своими руками создали поделки сказочных героев Чуковского. На выставке и пластилиновые крокодилы, и бумажные майдадыры, и нарисованные мухи-цокотухи. А Гриша и его мама даже сшили плюшевых Бармалея и Айболита, героев самых любимых сказок мальчика. Доктор Айболит был добрым и лечил зверей. Корова, волчица, жучок, паучок и медведица. Лиса пришла к Айболиту. «Ой, меня укусила лоса!» Пришел к Айболиту. «Барбуз, меня курица клюнула в нос!» Воспитатели рассказывают, сказки Чуковского не только нравятся детям и веселят их, но и учат важным качествам. Корней Чуковский, у него сказки замечательные, потому что они, самое главное, учат, что даже человеку, который совершил плохой поступок, ему нужно давать в жизнь шанс, и дети сопереживают даже отрицательному герою, той же Федоре, тому же Бармалею, и очень радуются, когда они становятся добрыми, и сказки учат добру Корнея Ивановича Чуковского.